Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам новую подборку самых крутых вещей из Китая. Обязательно ставь лайк, если тебе хоть что-нибудь понравилось. А если вы примете участие в конкурсе, то можете выиграть $15 на любой товар с AliExpress. Поехали! Отличный квадрик для тех, кто мечтает полетать в домашних условиях, не боясь во что-нибудь врезаться. Данная штука неплохо защищена от внешних ударов и отлично подходит как для новичков, так и для опытных пилотов. Он может делать перевороты, зависать в воздухе и возвращаться к исходной точке одним нажатием кнопки. Особым умельцам к этому дрону удается даже примотать комплект FPV-камеры, что дает возможность полетать на мини-дроне, наслаждаясь крутым видом от первого лица. Настоящий летающий монстр представляет собой грандиозное зрелище и поражает даже тех, кого удивить не так-то просто. Летающая рыба парит в воздухе подобно дирижаблю и может плавать в нем, как в огромном аквариуме. В нижней части рыб установлен блок управления, который принимает команды с дистанционного пульта и заставляет плавники и хвост подчиняться вашим командам. Таким образом, вы легко можете управлять игрушкой, позволяя ей плыть в нужном направлении и самостоятельно передвигаться из одного места в другое. Легкий, компактный и недорогой монокуляр, способный в 16 раз увеличивать наблюдаемые предметы. С его помощью можно рассмотреть надписи на далеких зданиях, находясь на высоте 30 этажа, а также эффективно наблюдать за природой на расстоянии в несколько десятков метров. Объекты, которые практически неразличимы, через этот монокуляр можно очень детально рассматривать. Удобный аксессуар для любителей сжигать калории посредством пробежки на дальние расстояния. Неважно, где вы бегаете, асфальт или пересеченная местность, сумка для бега расширяет возможности бегунов всех типов. В нее можно положить основные необходимые вещи, которые из-за отсутствия карманов часто приходится держать в руках. Основное преимущество – это минимальный вес атрибута и возможность решить несколько проблем с помощью почти невесомой тряпочки. Стандартные объективы смартфонов зачастую имеют весьма ограниченное фокусное расстояние и минимальный функционал для творчества. Многократно расширить возможности стандартных камер под силу оптическим линзам, которые позволяют получать красивые и эффектные кадры. Каждый из объективов обладает своим уникальным эффектом, а универсальная прищепка позволяет нацепить объектив практически на любой смартфон. С этим простым устройством можно делать гитарные медиаторы практически из любых вещей. Главное, чтобы эти вещи обладали подходящей плотностью и могли поместиться внутрь щели механизма. Достаточно просто поместить что-нибудь из пластика и всей силой надавить на ручку. На выходе получается готовый медиатор, который обладает стандартной формой и неповторимым дизайном. Это не просто какие-нибудь там кроссовки, это настоящие пати-кроссы. Кроссовки с подсветкой ярко светятся и наделяют своего обладателя вниманием всех окружающих. Различные режимы подсветки делают движения особенно энергичными и позволяют легко отыскивать тех, кто случайно потерялся в кустах. Таким образом, в них можно как безопасно кататься на велосипеде, так и весело отжигать на дискотеках. Почувствуйте себя настоящим художником. Кулинарная ручка на батарейках дает возможность профессионально украшать всевозможные блюда и напитки с помощью рисунков из молотых специй. В качестве чернил можно использовать какао, корицу, ванилин или перец. Главное знать, что и куда применяется, а также уметь рисовать простые предметы. Для рисования необходимо зарядить контейнер сыпучим веществом и, нажимая на кнопку, создавать свои шедевры. Крутая вещь для ценителей олдскула. Стилизованный под ретро-консоль чехол защищает смартфон от ударов пыли, грязи и царапин, а знаменитый Tetris в самом неожиданном месте имеет все то, что было и в оригинальных устройствах. Гонки, змейка, танчики, падающие блоки и все остальное доступно практически в оригинальном виде. А чтобы все это заработало, достаточно одной таблеточной батарейки. Видеть радугу каждый день, не выходя из дома и не дожидаясь, когда начнется дождь, вполне реально с этим устройством. Этот ночник проецирует на стены и потолок комнаты яркую радугу, которая делает любое помещение местом для отличного настроения. Будет особенно полезен в тех случаях, когда под кроватью живут монстры, а кто-нибудь боится оставаться в своей комнате в темноте. С виду можно подумать, что это, в общем-то, обычная подушка. Однако стоит только провести по ней пальцем, и можно открыть для себя необычное развлечение. Специальная наволочка позволяет делать различные надписи и рисовать разнообразные фигуры. Все благодаря особым чешуйкам, передвигая которые, можно менять цвет в местах прикосновений. Такой стиль некогда применялся в одежде в минимальных количествах. Здесь же доступна гораздо большая поверхность для творчества.
Милая вещь, которая превратит любую небольшую собачку в забавную утку. Мягкий силиконовый клюв не затрудняет дыхание, не натирает кожу и позволяет собаке пить воду, но при этом не дает ей лаять, кусаться или подбирать каки прямо с асфальта. Разумеется, клюв рассчитан для кратковременного ношения и только в определенных случаях, когда домашнему питомцу не стоит раскрывать пасть слишком широко. Очередная вещь для любимого кота. Кошачья мята – это то, что заставляет их балдеть от удовольствия. Эта трава обладает особенным, пряным запахом, который очень нравится домашним хищникам. При этом не стоит сравнивать ее с валерьянкой. Эта штука действует по схожему принципу, но не превращает кота в кровожадного монстра. Ароматная травка может использоваться в качестве приманки или просто для поднятия настроения своему пушистому питомцу. Кто уже сталкивался с приготовлением роллов в домашних условиях, тот знает, как трудно и как много времени уходит на то, чтобы свернуть аккуратные одинаковые роллы. Такая ролл-машинка обязательно пригодится, когда опыта явно не хватает, а хочется устроить домашнюю суши-вечеринку. Требуется выполнить всего несколько простых движений, и внутри прибора появится ролл идеальной формы, о котором многие так мечтают. Самая необычная штука, которая странно и причудливо двигается только за счет силы ветра. Механизмы Тео Янсена выглядят как невероятные шагающие монстры, появившиеся из других миров. На то, чтобы собрать эту гениальную машину, уходит много часов, поэтому данная штука как нельзя лучше подходит для занимательного убивания времени. Участвуйте в очередном конкурсе на любой товар с AliExpress до $15. Условия конкурса есть в описании под этим видео, и они предельно просты. По достижении указанного количества лайков я разыграю приз среди тех, кто выполнил все условия конкурса. А на этом все. Если вам понравился этот выпуск, посмотрите и эти ролики тоже. Всем удачи и пока-пока!